на благо города. Более 370 подростков Серпухова были трудоустроены в период каникул. Итоги сезона подвели сегодня в центре по профориентации. Где отработали юные серпуховичи и насколько плодотворно, смотрите далее. С каждым годом количество подростков, работающих в период каникул на благо нашего города, неуклонно растет. Таков был итог круглого стола, посвященного летней трудовой занятости молодежи за 2019 год. Юноши и девушки были как в составе трудовых бригад, так и в лагере центра по профориентации. Помимо этого, 30 мальчишек и девчонок работали летом вожатыми на социальных площадках Серпухова. Ведь это их не только, наверное, первый опыт, но и свои первые заработанные деньги, которые они потратят с пользой для себя, для родителей. Чем больше ребят мы будем трудоустраивать, тем больше, наверное, их будет эта профилактика своего рода, когда ребята не будут болтаться на улице, а с пользой проводить свои летние каникулы. Возраст ребят от 14 до 18 лет. Школьники на протяжении всего лета убирали в мусор в Бару, в парках города, у стадионов и школ, приводили скверы и прихрамовые территории в порядок. Работали они по 2,5 часа в сутки. За месяц ребята получили около 7 тысяч рублей. А еще на практике узнали, каково это – зарабатывать собственным трудом.